Новогодний вечер отдыха для людей старшего поколения состоялся 21 декабря в Доме культуры «Молодость». Для участников клуба «Берег доброй надежды» 2021 год был особенным. Коллектив торжественно отметил значимое событие – 20-летний юбилей, воспоминание от которого сохранилось надолго. На нас тоже обратили в этом году очень внимание и администрация, и депутаты, и совет ветеранов. Потом вот все как-то нас поощрили как-то и вручили нам подарки. С периодичностью один раз в две недели, а иногда и чаще, участники клуба собираются в Доме культуры «Молодость». Разговаривают, устраивают тематические встречи, когда звучат стихи, песни, пословицы, например, на тему чая. На той неделе у нас было «Мы за чаем не скучаем». Каждый приготовил свой стол, накрыл, даже внешне оформились так красиво, оделись. Клубовцы активно участвуют в городских, спортивных и культурных мероприятиях. Вместе побывали в новосибирском зоопарке, регулярно выходят на танцпол летом и зимой. Резонанс есть такое понятие в физике. Маленькая волна, вместе получается большой всплеск. И появляются силы жить у тех, у кому, скажем, грустно, тяжело. Вот 20-й год был для меня трагичным, и я спасалась именно здесь, в этом вот коллективе. Прям спасалась. Приходила, не всегда танцевала. Приходила, сидела, и силы возвращались. Именно в общении черпает вдохновение Нина Михайловна. Люди дают ей силы жить, творить, радоваться и писать стихи. И ученики подхватили этот проект, и книга вышла, успела выйти именно в этом году. Это самое большое событие для меня, значимое в этом году. Я счастлива. Даже заглянув в «Берег доброй надежды» на минутку, ощущаешь атмосферу жизнелюбия и гостеприимства. Какое веселье, какое теплое настроение, какое радушие. Вы были на страницах и местной печати, и новосибирской печати, наверное, и до Москвы дошло. А вас большое спасибо за вашу активность. Хочу вам всем пожелать здоровья, тепла, благополучия. И хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом. В течение долгой жизни эти очаровательные женщины посвящали себя работе, семье. И сегодня вполне заслуженно отдыхают и получают знаки внимания. Мужчин ни одного нет. Вот хотелось бы, чтобы вот наступило такое время, чтобы не было болезней, и чтобы было весело, чтобы мы жили настоящей такой жизнью. Ну, желаю всем здоровья, счастья, везения, успехов, чтобы нам добавляли пенсию побольше, процентов на 15.